А что прикольно в этой игре? Типа старый играет 90-х, и всякие Марк 2 ездят. И Ярис и Витца. Праворукие. Ну, типа на трамвае по городу ехать. Версия PSP у меня еще есть, там вообще капец. Там даже у тебя поезд шатается. Вон Марк 2, кстати, поехал. Поезд шатается, когда у тебя пассажир заходит в него. Даже до такой степени продумано. Ну это учебная типа миссия. Звуки поворота даже есть. Обалденно. Основная задача приехать ровно, чтобы ноль здесь был, остановиться. И вот здесь, чтобы у тебя время совпадало не позже и не раньше, чем секунда. Ну, не позже, чем вообще по нулям. И не раньше, в общем, это. Там даже если на секунду раньше приедешь, уже не засчитают. Это очень хардовая игра. Прям очень. Вот. Типа идеально это 3 метра. Но вот 0 надо сделать. И вот приехали. 54 секунды.